я совсем устал, ноги не идут в путь, и каждый шаг отпереваю, бью себя в грудь. Добрались мы до смотровой площадки «Черная скала». Несколько раз пытались уже развернуться, потому что, во-первых, едешь по бездорожью, во-вторых, потом поднимаешься через кущи в сопку, где никого вот нету. Пауки. Вот такие! Да, ну мы не пожалели, что добрались. Никого! Таких безбашенных больше нет. Закончились такие идиоты. На водопадах. Разгар сезона, а народу вообще здесь нету. По-моему, пальчики на ногах. Решили показать, как мы проходили. Это уже финишная прямая такая. Через заросли такие непривычные, неприличные и неприятные. Еще когда шли, такое ощущение, что какое-то племя там переукивалось. Вверху. С другого бока. И думаешь, ну нахрена сидят, блядь. Сорян. Как бы не сожрали. Очень скользко, очень непроходимо. А еще была вывеска про змей. Вот помимо змей-то еще паучье вспоминается, водопад. У меня огромные такие. С волосатыми задницами. Все, ты прошла? Тебя не утащили? Mm-mm. Тут еще, я не знаю, для чего, когда спасла нагрузка. Колючая проволока. Надо, чтобы суровые туристы держали за нее. Раз уже зашли так далеко. Ровный асфальт. Морду лица не разбить. Только что чуть минус один не был. Такое классное дерево здесь. Дерево с обнимашками. Одно мне скилось, другое чужое, видишь, какое? Мне что, нравятся здесь такие вот классные штуки. Переплетаются.